Я Ольга, я амбассадор проекта «Совет матерей», и мы многодетная семья из Москвы. Меня зовут Карина Лунева, и я мама из города Хабаровска. Я Маша Захарова, мама из города Санкт-Петербург, являюсь амбассадором «Совет матерей». У меня в руках посылка, давайте посмотрим, что там. В посылке оказалась вот такая настольная игра «Людаима» французского бренда «Джико». Французская компания «Джико» существует уже 66 лет. Ассортимент поистине впечатляет. Настольные карточные игры, развивающие игрушки для малышей, оригинальные наборы для творчества, пазлы, стильные коллекции детских аксессуаров и аксессуары для детской комнаты. Отличительной характеристикой изделия «Джико» является завораживающий дизайн. Официальным представителем бренда «Джико» в России является компания «Коник». Ознакомимся с игрой. Игра «Людаима» предназначена для детей от 3 до 6 лет. Первое, что меня впечатлило, это яркая, красивая, приятная на ощупь упаковка. Идеально подходит для подарка. Открывается коробка не очень легко. Мне это очень понравилось. Маленькому ребенку будет трудно открыть. Это поможет сохранить игру в первоначальном виде и составе как можно дольше. Инструкция на 10 языках. 6 фигурок животных и 2 кубика из ПВХ. Очень прочные и безопасные. А также 15 красочных кубов различных форм. Хочу отметить высокое качество печати и окрашивания элементов, приятная цветовая гамма и плотный, прочный картон. Как видите, картон действительно очень прочный. Кубики резиновые, без наклеек, это очень удобно, когда есть маленькие дети, потому что они все хотят попробовать на зуб. Производитель предлагает 3 варианта игры. Первый из них – игра, которая называется «Башня для животных». Цель игры – построить башню и не разрушить ее. Предлагаю посмотреть, как поиграли в нее мы. Зайчик. Привет. Привет, Колька. Привет. А там никого. Значит, здесь ты будешь жить. А теперь я предлагаю разрушить эту пирамиду. Раз мы с тобой ее построили, мы... Опа! Очень здорово, что в эту игру можно играть, не задумываясь о том, что что-то поломается. Второй вариант игры очень интересный. Вроде бы классическая игра-ходилка, но она очень завораживает. Для этой игры вам понадобятся все кубики-домики, а также животные по числу участников. И вам понадобится кубик с цветом. Вы бросаете кубик, он определяет, на какой домик встать животному. Цель игры – добраться до финиша. Посмотрите, как мы поиграли в нее. У меня выпал синий цвет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мой зайчик ушел сюда. Синий цвет. Мой ребенок не очень хочет играть по правилам, но ему очень интересно играть в эту игру и придумывать самому правила. Третий вариант игры – memory, то есть игра на память. Вам понадобится 6 животных и 6 кубиков. Вы прячете всех животных в кубике, в домике, и бросаете кубик с животными. Выпадает, к примеру, свинья. Вы просите своего ребенка найти, в каком домике спряталась свинья. Выпала курочка. Подумай, где же спряталась курочка? Молодец, ты угадал. А теперь, мой маленький эксперт, скажи мне, пожалуйста, понравилась ли тебе эта игра? Самое главное, что ребенок счастлив. Игра безопасная, очень красивая и просто уникальная. Я обожаю проводить время с детьми весело, интересно и при этом с пользой. Море эмоций и радости. Нам понравилась игра «Людаима» от фирмы «Джеко».